поэтому сами смотрите. Ну, я понял, мне вечернее намного приятнее. Просто по работе не успеваю на дневные. Вот и я про это. Типа все рейды, которые проходят ДВ, проходят и вечерние. И наоборот. Я понял. Хорошо, тогда я, значит, полетел на работу. А завтра тогда вечернее пойду. У Грейди 2 сидит два человека, активируйте их дискорд. Все, ребята, пока спасибо. Повышек нет? Ну я поэтому дальше не пошел. Дома расспрошу. Я сразу с тобой пойду, ладно? Кого-то иди. А чё? Да что так лагает? Чё, я разобнусь, потому что... Чай быстрее. Лёх, за приход не было. Еще не заслужили. Мы уже почти весь трэш почистили. Сегодня будет ссылка обычка. Танк в коконе. А хотя ладно, мне уже не сколько. Прикинь, Тимосу. Боешку потом япончику дадите. В конце концов, все вы будете слушать мне. А я думаю, что с агро не существовал выключен. Нормальный. Тут без девиса с атаки, когда скидываешь, нормально набирается. Ну мало, но нормально. А это Локи еще осколки собирает, нет? Вроде да. Ну, так, если, кому если там мог ей отдать? Япончик прист. Он сейчас трогается. Я сейчас уже зашел почти. Если Брун хочет потанчить фулл рейд, Амоса подамажить котом, то у меня есть Эльдруг. Как вариант. Ага, сейчас. Не хочешь, да? Можно Брун в хила, Амоса в кота. А чё, пока тут совет, что ли? Бедняжка. Я уже все этот,
определил, кто что делает. Пятая группа хилы. Я пока не... рыбку поставил вам. Войд и Артемия танки. Ковать спекнет только на леди. Так, в ретрик. Первых боссов Войд проведешь ты, которые легкие. На сложных я сам зайду. Пенис, ты сейчас зайдешь? Где будешь здесь? Здесь. Мне бы стримчик кто включил. Сейчас попробуем. Лёх, не хочешь за магов Т5 поиграть? Не особо говорю. Ну-ка посмотри, Лёх, какой включился в Дискорде у Войда стрим. Нормальное качество, нет? Я через Дискорд не могу смотреть. Мне надо Твич. Ну это какой-то адмирал, наверное, мне это. Никитос, ценю позицию. Давайте еще раз чек. Давайте, почетом. У меня нет прав, чтобы начислять. Да пофиг, все потом. Сам начислю.
Скажешь, кому за какую шмотку сколько начислять? Она... А Локи осколок отдайте. Сейчас разродят шмот, я дам лучер Локи. Рад тебя видеть. Как жизнь? Денчик на успех. Господи, еще разбираться с этой хуйней. Все, вроде. Вы здесь потому, что наделены особым знанием. Вы понимаете, что на мир пало проклятие слепоты. Вам удалось сквозь пелену лжи разглядеть источник истинной силы. Задумайтесь над нелепостью их строения. Кожа, мускулы, кровь, что пульсирует в жилах, все это говорит о вашем несовершенстве, вашей слабости. Чем раньше вы осознаете собственную ущербность, тем скорее выберете иной путь. Воля вредит нам. Я попробую, нас слышал, да? Нет ничего невозможного. Это робот. Не знает границ. Ничто не может сломить его, кто откажется повиноваться. На успех, если только. Есть место? Да. Неважно, есть место или нет, просто плюсуешь и все, блядь. Ну, я написал. А в ПМ плюсовать, а не писать чат. Кому плюсовать? Мне уже плюсую. Просто строго. Ничего. Он просто вышел. Его нету. Значит, на первом боссе вышел. Женек где? Блять, все саппорты выпейте.
четверка стоит. Пока вреет сумонти. Заброд на этом больше не обязательно. Чем он больше? Женек АФК. Женек здесь? Ну теперь принял. Журнуэн заходит? Да-да-да. Кават слева, мы с Бруном справа. Мы с Каватом на боссе, Брун на трэше. Ты же можешь постолку там вот я отдавать, да? Япончик. Ты осколки ж сам Локи можешь отдавать? Да, я ему уже отдал один осколок. Ну все, тогда не надо, лучше даже кидать. Квест сделаем. Квест нет. А что, делить миликов не будем, да? Что там, ДД? Женек в инсте? Да. Ну, первая, третья слева, вторая, четвертая справа. Женек, принимай готовность. Все, все. Старик готовы. По правой стороне поиграй там. По мобам. Как вы смеете ступать? Бразилина СС на всякий случай на ДЦ. Локи на рестор друида. Трэш вышел, бейте трэш. РДД слева ваш. Так увидите. Дети, дети, хорошо. Контроль 5 секунд. Контроль дайте. Стопните по боссу, сейчас выйдут помощники, убиваем, переводим босса. Контроль 3 секунды. Переводим босса. Всем привет. Привет, нас полудел. Духи, аккуратнее не ловить. Потрэш, будем играть?
духи, аккуратнее, аккуратнее. Все на пулы на бой дальше. Диспов. Духи в мили-зону идут. Контроль, 5 секунд. Контрольте сову, она сейчас звездопадом всех перепоярит. Там ты 4 висит на рейде. Все, добивайте. На все воля господина. Ваша смерть неизбежна. У тебя не багается в бою там, нет? Япончик. В бою не багается, если трэш сагрит? Неа! Что это там вроде нужен, нет? Всем. Не успел запул. На ком шапка? Или что, или как, или только РЛ запускает, что ли, корабль? Да? Нет, уже запустили. А. Я что запустил? Там вроде не запустилось ничего. Нет, не запустилось. Запустить можешь только... Ассист не может. Зачем мне ассист? А можно на корабли? Я тебе раньше сказал. Хотя бы. Уже запустили босса.
Хотя бы заранее говорить. Вы видите? Что это там вдалеке? Надо трэш. Боевой корабль Альянса! Все на палубу! Кричи, Гор, там лишь сталкер. Сейчас вы ответите перед Солфангом! Двигай свою калошу, не то мы ее прямо в небе взорвем! Орде тут делать нечего! Прискоро пойдем! Пехота! Сержанты! Бой! Как ты смеешь ступать на мой корабль? Сейчас ты умрешь! Воля в рейде надо кому? Только на успех легкий, на ДК. Здесь? Да. На сложных боссов зайдешь сидеть. Ну я так и собирался. Проф, Синдра, Лич. Джейн. Кстати, кто новый, прямо сейчас открывайте видосы, смотрите прохождение. Ой, у тебя же есть плащик, да? Будет плащик? Какой плащик? Танковский. Да, конечно. Можно будет там поменяться на совет? Конечно. Ты кто? Дракон. А вы куда ходили вчера, Лёх? Сулка? Ока. Ау? Вчера? Вечером? Нет, в смысле вечером, да. Око и заезд мы закрыли, сотка назад. В смысле? В прямом смысле, око в четверг закрыли. А, ну око в четверг, а вчера только заезд. Да. А то ты просто говоришь, око и заезд, это в смысле, я же в четверг вроде бы в око ходил. Не, я говорю, что вообще в общем. Ну. Закрыли око и заезд. Сильно не спешим, потому что там нерфить, блять, в око хэм еще не хотят. В воскресенье, типа, мы уже все закрыли. Смотри, там второго уже нарисовали босса. Ты можешь первого убить, да, походу, а второго нарисовали? Ну, как только второго нарисуют, первого разрешат убивать. Для второго босса еще спылов даже не добавить. Пишите. Добавят, опять не убиваю, нахуй. Зачем вообще вводить, если не все готово? Ты кого-то давал каплю, да? Нет. Давай каплю на Войда. Чуть-чуть не добавил. Choo!
30к никто не дал, по-моему, на том орке. Моссов, кота. Венчик в ПД. Лич, так и надо. Денчик в ДД. Не надо денчика в ДД. Ладно. Ой, ну зад ЧП есть. Сколько дашь у него зад? 12. Кто ниже 16 тысяч вагон. Ну, наверное, зад. Конечно, зад. Чё, какая низкая планка 16 тысяч? Ладно, Лена, ты просто вчера не был на РРТ. Давайте РЧ допогнали. Там вообще от 9к ДПС начинался. 9к у танка? Коват. Коват, только тебя ждем. Первый плюсик в чат истерию дает. Что ниже 16, по 200 на чист. Будем так вас убирать. Первый на истерию ШП хули пал, да? Назвали его Дранош. На орочем это значит сердце Дренора. Я бы не ШП, если ты не боишься, и точно дашь 16. Ну тогда не спекайся в ШП. Переспехивайся в хила, если не хочешь 200 ГП. Опыта не учитывается. Я или выжил, мой сын остался бы цел и чист. Сегодня... Я исполню это обещание. И скрин скиньте мне в Дискорд, чтобы я знал, как он скинул. С полной разверткой, пожалуйста. Thank you.
забери. Хороним тебя, как подобает, в Награнде, рядом с матерью и предками. Открыто. Это ж не ДПС, ты линкуешь.